Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Напоминаю, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, рассказывайте свои истории, задавайте вопросы, присоединяйтесь к нашему разговору. Да, это так, присоединяйтесь. Мы, по моим ощущениям, не виделись уже какое-то время с вами. Две недели. Я соскучился. Сегодня мы начнем с обсуждения текущих мероприятий и событий, да, из которых буквально мы переместились несколько минут назад и сразу сюда в студию. Расскажете? Да, расскажу. И, может быть, я думаю, что то, о чем мы сегодня будем говорить, найдет какие-то отклики у вас, уважаемые сограждане. Ну, потому что это действительно такая история давняя. О чем я? Ну, вот конец февраля, начало марта для меня уже последние, наверное, года 4-5 отмечены тем, что несколько общественных организаций и таких коллективов специалистов, ну, в данном случае я говорю об общественных организациях «Совет родителей», «Самарское Балентовское общество» и вот о двух центрах «Счастливые детки» и «Центр София». Вот мы вот так объединились и проводим конференцию очень большую, посвященную междисциплинарному подходу в помощи, в организации помощи детям с особенностями развития, с ограничениями здоровья, их семьям. Вот. И, ну, я говорю, если кому-то будет интересно задать какие-то предметные вопросы, позвоните. Но я под впечатлением. Вот, наверное, я к этому. Давайте обозначим, какие темы, какие вопросы обсуждаются в рамках этой конференции, кто участвует. Мне кажется, это важно. Для меня важно, что участвуют не только специалисты, как это традиционно бывает, специалисты собрались, что-то обсудили. Это очень, безусловно, очень важно, когда специалисты друг с другом обсуждают какие-то случаи, обмен опытом. В данном случае это врачи, психотерапевты, психиатры, нейропсихологи, логопеды. Логопеды, хотел сказать, врачи других специальностей, не только врачи-психиатры, да, там, педиатры и так далее, и воспитатели, и бизнесмены. Но для меня, я сейчас поясню, почему такая разношерстная публика в смысле специалистов. Но для меня важно, что эта конференция организована таким образом, что в ней участвуют и родители. То есть они не просто слушатели, не просто, как сейчас говорят, потребители информации, они непосредственные участники. В том виде, что они выступают, в том виде, что они делятся опытом, в том виде, что они приходят на дискуссии, на секции, когда конференция делится по секциям. Вот. И это мое такое выраженное стойкое убеждение, вызревшее, наверное, во мне. Ну, я его не откуда-то взял, хотя раньше слышал. Ну, как-то вот так вот проросло естественным путем, что поскольку помощь нашим пациентам, и я сейчас имею в виду пациентов, людей с психическими какими-то расстройствами, нарушениями, да, и детям, у которых есть особенности какие-то в развитии. Ментальные особенности. Ментальные, физические, да, коммуникационные. То есть люди, дети могут быть ментально организованы замечательно, а в плане коммуникации, ну, совершенно не развиты. Мы тоже такие нарушения знаем. Вот. И таким детям нужна помощь, как сейчас принято говорить, социализация, да? Ну, такая возможность им появиться в нашем мире, появиться в социальном смысле, не в физическом смысле, в физическом-то они появились, в социальном смысле появиться. Для того, чтобы они появились, нужно взаимодействие многих специалистов. И я знаю, что это остается проблемой, но сейчас в меньшей степени, а было в большей степени проблемой для таких семей, для таких родителей, выстроить, ну, какую-то хотя бы представление о том, каких специалистов
кому нужно обратиться, каких специалистов нужно посещать, как это все компоновать друг с другом, потому что ребенку, возможно, нужен логопед, ему нужен дефектолог, ему нужен нейропсихолог, невролог, семье, возможно, нужен кто-то, какой-то специалист, который, в общем, разъяснит, а чего происходит, чего ждать от этой ситуации, да, потому что ни один специалист в едином своем лице не расскажет о том, что ждать с ребенком, потому что специалист отдельный, врач, видит только медицинскую проблему, медицинскую патологию. Врач мыслит категориями прогнозов. С вашим заболеванием прогноз на развитие такой-то. Там нейропсихолог тоже мыслит своими нейрологическими, нейрофизиологическими коррелятами, нейрофизиологическими какими-то постулатами, да, с такой патологией для того, чтобы развилась кора или какие-то межполушарные взаимодействия, нужно тут... Но проблема ведь намного шире. Проблема шире, чем ее можно упаковать в отдельные виды помощи. Вот я о чем, да. Поэтому специалистам приходится, я вот так витиевато, но подхожу к основной мысли, специалистам приходится объединяться. Что меня безумно радует, что это объединение не какое-то формализованное объединение сверху, как мы привыкли. Ну, многие, может быть, да, вот нам сказали, объединитесь и выходите, и работайте. Это самое, что ни на есть низовое, людское, профессиональное объединение. Мало того, часть и приличная часть родителей с такими детьми, с особенностями развития, сами вынуждены становиться специалистами. Ну, для того, чтобы помочь и замечательными специалистами, зная эту ситуацию изнутри, для того, чтобы помочь своим детям. А некоторые родители остаются родителями, то есть не уходят в какую-то сторону, но они становятся, ну, если хотите, профессиональными родителями, знающими, как помочь своим детям состояться, знающие, как помочь, чтобы состояться им самим, как людям. Потому что вот в прошлом году мы проводили секцию, мы в одном, когда это позволяла ситуация, мы в одном пространстве собирались живьем. Ну, вот так вот, человек 40. Сейчас, к сожалению, нет такой возможности. И там были и специалисты, и родители, и вот эти смешанные люди, да, если можно сказать. И эти встречи проходили очень эмоционально. Эти встречи проходили очень эмоционально. Эти встречи, цель этих встреч была поговорить в том числе и об эмоциональных компонентах. Потому что об этом очень мало разговора. О претензиях, о недовольствах. Об претензии не только со стороны родителей к специалистам, да, но и у специалистов к родителям, потому что часто специалисты сталкиваются с тем, что предлагают родителям определенную программу действий, а родители или непоследовательные, или они свои какие-то умозаключения по этому поводу имеют и игнорируют рекомендации специалистов. То есть разные варианты. Вы правы. В этом деле очень много вот такой нагруженности переживаниями, ну, как принято сейчас говорить, негативными, я не люблю это слово, тяжелыми переживаниями, да, тревогой, страхом, безнадежностью. Ну, там есть место и злости. Злостью, завистью. Чувство вины. Вины, несправедливости и так далее. И иногда по негласной договоренности родители и специалисты начинают эти чувства друг другу, ну, перепихивать, да, отыгрывать друг на друге. Отыгрывать и пытаться предложить взять ответственность. И когда об этом разговора нету, да, что это за чувства, от кого они исходят, ну, это вот наш, ну, не знаю, хороший традиционный разговор психологический в кабинете психолога, психотерапевта. Когда об этом разговора нет, то это все происходит таким, в таком фоновом режиме, абсолютно забирает силы как у одних, так и у других. И тогда вот происходит то, о чем вы говорите. Специалисты ругают родителей, те бестолковые, куда они смотрят, как можно вообще таким быть родителями, обрушивая и поддерживая чувство вины у родителей. Ну, иногда специалисты и правда думают, ну, например, да, вот понятно, почему ребенок болеет. Ну, у таких родителей любой ребенок будет болеть. Вон, посмотрите, что они делают, да?
Вот, специалист... Потому что специалисты, кроме того, что они профессионалы, они также люди. И... А у них очень сильно начинает шуметь вот то, что, ну, это такой жаргонный немножко термин, будоражатся их собственные чувства. Ведь вынести свои собственные чувства, тревоги, беспомощности. Вот приходит такой ребенок, и специалист, или такая семья, и специалист видит, что здесь работа непочатый край. Да? Годами нужно будет встречаться для того, чтобы была какая-то динамика. А может быть, этой динамики не будет. А может быть, специалист знает, что с таким заболеванием ребенку суждено прожить очень недолго. Ну, процент выживания невысокий, да. Родители прикованы к таким детям. И специалист очень во многом сталкивается с ощущением безнадежности и беспомощности. И в этом смысле, конечно, важна подготовка специалистов по встрече с таким собственным чувством. Потому что, ну, самое простое – выгнать этих родителей, сказать, мы не можем вам помочь, или вы не наши, идите, ну, вот, к другому там, да, к Ивану Ивановичу. Вот. И это действительно иногда бывает компетенция другого специалиста, но то, что мы встречаемся как родители, так и специалисты с очень выраженными чувствами, вот об этом. И вот конференция, если возвращаться из этой глубины, конференция как раз о том, как, что мы можем, как мы можем ответить профессиональным сообществом, родительским сообществом, как мы можем выстроить какие-то дорожные карты, как вот сейчас говорят, да, вот этот вот маршрут родителей с детьми, чтобы они понимали. Ведь много здесь вопросов, мы об этом говорили. Если, я говорю, если кому-то будет... Есть вопрос, безусловно, он меня очень интересует. Я так скачу немножко, чтобы подать самый интересный момент. Есть вопрос, как в голове у родителей сочетаются идеи разных специалистов по поводу их ребенка. Что я имею в виду? Приводят родители своего ребенка с расстройством аутистического спектра к нейропсихологу. И он им говорит, вы знаете, его проблема, ну, к примеру, говорит, его проблема из-за того, что у него нейрологические нейросвязи пострадали, да, и нужно работать на их объединение. Окей. Родитель выходит. И дальше он идет, например, к там, семейному психотерапевту, который им говорит, вы знаете, ваш ребенок болеет, потому что у вас коммуникация нарушена в семье. Они говорят, да, а нейропсихолог нам сказал, что там вот у него в голове что-то у ребенка. Он говорит, ну вот у меня такое мнение. Дальше они идут к психиатру, и психиатр говорит, вы знаете, у вашего ребенка недостаток гормона или нейромедиатора в определенных зонах головного мозга. И вам нужны вот такие медикаменты. И ведь это проблема для родителей, когда специалисты друг с другом не договариваются. Вот они выдают... Я так смотрю, да, вот как художник, я так вижу. Как у родителей эти три картинки, а этих картинок может быть больше? Потому что родитель может пойти к священнику, ну, к какому-то, я думаю, что плохому священнику в этом смысле, неважно кому, он скажет, это вам за ваши грехи. Как эти четыре картинки в голове у родителей объединяются? Куда идти? Лечиться медикаментами? Идти молиться? Идти к нейропсихологу, чтобы восстанавливать нейрональные связи? Идти к семейному психотерапевту, чтобы они занимались семьей? И, как мы видим из практики, нередко ситуация, когда родители изолируются еще больше. Они и так изолируются, когда в семье появляется ребенок с особенными с особенностями развития, да, здоровья. Тут действительно, когда масса информации вот этой противоречащей, родители изолируются и опускают руки. Такое тоже нередко случается. Нередко случается, и вот из этого подполья, из этой изоляции их вынуждают выйти социальные... службы? Ну, даже не столько службы, а вот эти социальный календарь, я бы его так назвал. Ребенка пора вести в школу, и родители вынуждены привести его на комиссию. Медико-педагогическую комиссию, например. Там обнаруживается задержка. Или ребенка пора вести в детский сад, или ребенка привели в кружок, и им там говорят, слушайте, ну, с этим надо что-то делать. И это, в общем, такая больная мозоль иногда для родителей. И вот эта проблема. И я вижу, что эта проблема решается вот по
сведению вот этих картин мира, когда специалисты начинают друг с другом общаться, когда нейропсихологи, психотерапевты, логопеды в одном пространстве начинают говорить о том, как они видят ту или иную ситуацию. Когда у меня вот это, может быть, кому-то, не знаю, покажется, кому... Мне самому она немного такой фантастической идеей кажется, но она одновременно, мне кажется, очень реалистичной, что когда специалисты в городе договариваются друг с другом, от этого городским пациентам становится легче, даже если они не приходят в этот момент. Ну, я не знаю, как это работает, под это можно разные какие-то гипотезы подвести, но, по крайней мере, вот это объединение, коммуникация, нахождение общих каких-то точек. Ведь когда мы сидим друг напротив друга, мы не можем использовать специфический свой лексикон, потому что он у каждого свой, у психотерапевта свой, у нейропсихолога свой. Мы тогда говорим друг другу: слушай, объясни мне человеческим языком. Так мы друг друга обучаем вернуться к нашему человеческому бытовому языку, чтобы тем родителям, которые придут на прием, можно было на этом бытовом языке рассказать, не со всякими там извилинами, хотя это тоже, безусловно, важно. Родители огромные усилия делают по освоению, и они молодцы в этом смысле, и иногда соображают быстрее и не хуже специалистов, чем подбешивают, конечно, специалистов некоторых, да? Угу. Кто здесь специалист, кто здесь знает лучше, вы или я? Ну, тоже конфликтная такая ситуация иногда. Вот, но... объяснить простым языком, без словечек, это вызов для специалиста. Я думаю, что это вызов профессионализму в том числе. И для меня хороший специалист — это... Я знаю, что я банальную здесь вещь обозначаю, но она для меня именно таким образом и существует. Хороший специалист — это тот, кто может простым человеческим языком объяснить, а, то, что он делает, б, почему те рекомендации, которые он дает, например, почему они должны сработать, и который не только говорит сам, но который еще выслушивает родителей. Потому что у родителей, вот к тем четырем перечисленным мифам специалистов о том, что происходит с их ребенком, к примеру, примешивается еще их собственный миф, ну, пятый, родительский. Угу. Каждый родитель в какой-то степени знает, что происходит с его ребенком. У него есть объяснение. И это свой язык, это, ну, какое-то свое понимание. Ну, в общем, вот такие дела происходят. Конференция 5 дней. В этом году она онлайн в основном. Но я думаю, что мы вернемся и к очным форматам. Это такой, ну, если хотите, завершающий год большое мероприятие, где вот то, что было наработано за год на своих грядках, в своих каких-то пространствах, оно выносится в вот это общее пространство, и мы это обсуждаем. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы в рамках темы, которую мы обсуждаем с Алексеем сегодня, или, может быть, у вас есть какие-то другие истории, можете их рассказать нам. Mm-hmm. Два дня конференции прошло, Алексей. Вы слушали докладчиков, да, кто-то делился опытом. Есть ли что-то, что вас впечатлило больше всего? Что-то новое вы для себя открыли или, может быть, какие-то выводы сделали? Меня, наверное, впечатляют... Ну, я думаю о своих реакциях. Это абсолютно иногда, как кажется, полярные реакции. То есть это тревога и страх иногда, когда, ну, иногда... истории какие-то конкретных детей рассказывают, конкретных семей. И, конечно, от этого, я скажу откровенно, меня захватывает дух. Ну, вот я бы... В этом моего много очень сопротивления. Я бы сам не хотел быть таким каким-то, да, с ограничениями. Наверное, вот эта любовь к возможностям, она очень выраженная, очень сильная. Любовь к возможности передвигаться. И когда ты представляешь, что ты можешь быть без этой возможности, ходить на своих собственных ногах.
ценность того, что я могу видеть вокруг мир, а дети не видят, да, или я могу слышать, а дети не слышат. Выражать словами, чувствовать тепло близких людей, а некоторые дети лишены вот этой эмпатической возможности, да, в силу разных причин. И, конечно, это таким горячим кипятком иногда меня окатывает. И в этом, я говорю, очень много моего профессионального сопротивления иногда. Но, с другой стороны, я удивляюсь и по-детски, наверное, радуюсь, когда слышу как и вижу, как этим детям, этим семьям удается, удается. Вот так вот, да, когда не то, что даже им дается, они берут сами. То есть они делают, они приходят, они грызут нас, специалистов, иногда, и правильно делают. Они спрашивают, и они очень во многом помогают своим детям. Там очень много парадоксов, очень много болезненных моментов. Я бы не хотел... пример. Я бы просто не хотел все это в кучу сваливать. В прошлом году был очень непростой разговор о том, как жить родителям. Потому что большинству родителей, матерей, в первую очередь, приходится... Это молодые, красивые женщины, которые начали свою жизнь, да, и которые вдруг обнаружили, что их жизнь на текущий момент очень сильно должна быть ограничена, привязана к заботе, да, и там действительно очень много чувств, я опять к этому, может быть, возвращаюсь, и очень опасливо сначала, очень так неуверенно, может быть, с оглядкой начали звучать разговоры о том, что у таких матерей, у отцов вдруг появляется своя какая-то жизнь. Что значит своя? Не отдельно от ребенка, а что они еще помнят о самих себе, о своих каких-то нуждах, потребностях. У них появляются интересы, у них появляются не связанные с ребенком, потому что сначала это воспринимается как предательство, сначала это воспринимается в штыки, как же так, вы что, самое важное, какие-то голоса сразу со сторон. Осуждение. Вот, очень много осуждения, иногда непроявленного, иногда проявленного буквально со стороны более старших родственников, матерей, я не очень хорошо в этих родственных, да, матерей, мужей, да, и так далее, теть каких-то, дядь, которые все вокруг хором чего-то там советуют, говорят и так далее. Вот. И вот, по сути, да, если кратко сказать и сформулировать, звучит достаточно жестоко. Если в вашей семье появился ребенок с ограниченными возможностями здоровья, то и вы уж будьте добры, ведите себя ограниченно. Получается, вот это, так за этим осуждением? Как-то, наверное, так. Или, да, как будто вот это самое ограничение должны родители на себя возложить и перестать думать об увеселениях, о своих хобби и так далее, и так далее. Перестать хотеть чего-то, кроме вот того, в чем нуждается их ребенок. Да. И, конечно, вот эта вот тревога сепарации... Я специальными терминами. Тревога разделения, существующая всегда в семьях. Это зависит, безусловно, от национальности, от вероисповедания, от традиций на тех или иных. Но вот мы живем в основном в такой культурной среде, где у нас дети выходят из семей, да, они покидают родительский дом, у нас много песен об этом, вот, куда они покидают, куда они при этом уходят, но это такой нормальный процесс. Все родители хотят в основном, чтобы их дети стали стоящие сами на ногах, да, но это же очень тревожно. Где он будет стоять на ногах? Он будет стоять на ногах в соседнем подъезде жить, мой сын или дочь, да, я смогу его навещать каждый там день и смотреть, стоит он или уже упал, и надо его как-то подпирать. Или он будет стоять на ногах где-нибудь в Москве, в Нью-Йорке, в
не знаю, в Канберре, да, ну, где-то на другом конце земного шара. Как это пережить, что вот там это какая-то такая, ну, хочется сказать, в семьях, где нет вот таких трудностей, это само по себе трудность. А в семьях, где такой ребенок или такие детки есть, это же тревога усиливается многократно. Как он там будет без меня? У меня есть взрослые пациенты, родители таких детей, они же с большой тревогой сначала приходят на групповые занятия для самих себя по поводу своей. Они же каждый раз думают, а с кем там ребенок, а там он с папой, например, или там с бабушкой. Они, все ли хорошо? У них включенный мобильный телефон всегда, потому что, ну, вот это вот, ну, они же без меня не справятся. И они каждые 5 минут поглядывают, ну, там пишут или не пишут, им все нормально. Вот. Очень много тревоги. И, конечно, об этом ну, приходится говорить. Но со временем вот эта штука, слава богу, ослабевает. И, может быть, те дети, которых немножко отпускают родители, перестают держать. Потому что эта тревога, конечно, добавляет беспомощности. Вот. Что меня еще приятное удивило и порадовало. Сегодня я слушал сообщение о том, что у нас есть учебные заведения, которые принимают в качестве студентов детей, которые уже готовы стать студентами. То есть закончили школу, на этом все не заканчивается. Да? Сейчас много же вопросов. В какой сад пойти, в какую школу? А что дальше будет? Вот он закончил школу. Есть учебные заведения средние, профессиональные, которые готовят пекарей, которые готовят швей и так далее, и так далее. Да? Ну, там надо выбрать. И я рад, что у нас в Самаре есть... Это, безусловно, энтузиасты. Я слушаю этих людей, и я вижу, как они улыбаются, я вижу, сколько в них сил и сколько в них желания заражать вот этой жизнью своих воспитанников. Вот такие какие-то ощущения. И я сегодня намеренно в нашей передаче... Ну, захотел выбрать этот формат. Я так по ощущениям предполагаю, что мы уже ближе к финалу куда-то двигаемся. Да, у нас время заканчивается. Мне кажется, что эта тема очень важна для города. По нашему разговору, по предыдущим каким-то разговорам со специалистами, у нас достаточно суровый город, в том числе к таким деткам. И вот и к таким людям взрослым. Я сейчас не буду говорить про инфраструктуру и так далее, про это много сказано. И ждать, что это сделает кто-то, ну, можно ждать бесконечно. Ну, нам самим приходится это делать. И почему? Я думаю, что это важно для города, потому что мне кажется, что такие дети, ну, если хотите, заставляют нас обратить внимание и сделать этот город мягче. То есть, может быть, не все время существовать в соревновательном режиме, бегать без лифта на этажи, а задуматься о том, что должны быть пандусы, должны быть лифты пошире. Ну, вот где-то инициативами, где-то... Или где-то, если ты видишь рядом такого человека, помочь ему, потому что маленькое участие может быть таким большим заделом для социальной адаптации этих людей, этих детей. И ну, об этом тоже говорили на конференции. Да, вот вы удивительную вспомнили историю, если вкратце, да, где мамы, родители звонят в магазин и говорят, сейчас придет мой сын, дочь, он вот... С особенными возможностями здоровья. Вы расскажите, да. Ну, из моих впечатлений, у нас все время заканчивается, расскажу, что есть опыт, где родители боятся адаптировать своих детей, не отпускают их в магазин, не позволяют им самостоятельно на транспорте переезжать. А есть родители, холодный, суровый мир. Да, есть родители, которые посмелее, и они идут, договариваются в магазин и говорят, вот сейчас мой придет ребенок, мы пробуем, учимся покупать продукты, пожалуйста, помогите ему, подскажите, сориентироваться, ну, как-то обратите внимание. И получают отклик такие родители. Угу. От кассиров, от продавцов, да, от тех консультантов, которые в магазине. И для меня вот, это произвело на меня впечатление. Время заканчивается. Спасибо за сегодняшний разговор. Спасибо за то дело, которое вы делаете, помимо работы в кабинете, да, и вот это объединение людей, специалистов. Да, спасибо вам. Спасибо вам, уважаемые телезрители, что вы нас смотрите, что вы звоните нам, пишете. Ну и до следующей встречи. С наступающим 8 марта вас и с прошедшим 23 февраля. Всего доброго. До свидания. До свидания.